предварительным данным, вот на этом месте, в третьей полосе остановилась автомашина «Шевроле». Водитель автомашины вышел, стоял перед машиной. Вернее, за машиной, со стороны багажника. В него, соответственно, прилетела автомашина «Тойота», после чего удара машины отлетели в сторону, где было столкновение с машиной «КамАЗ». Причина остановки автомашины неизвестна, пока водитель уехал на скорой до приезда наряда. Я так понимаю, это столкновение с КамАЗом после удара. Второй участник ДТП. Пострадавший увезен на скорую до приема наряда. Сейчас выясняем, в какую больницу уехал.